Всем привет и продолжаем, ребят, трешечок на этом аккаунте. Я специально уже не дотягивал тот видос, не делал его длинным, запишу новый. У нас будет сейчас прокачка немножко этого аккаунта. Сейчас заберем, кстати, шапку надо забрать или оставим его. У нас появился охник землеройка, еще нам надо некоторые герои, надо их достать, попробовать, по крайней мере. Такс, окей, поехали почистим. Я что тут склад чистить? Такс, там с акции он получит. Поехали, откроем героя, посмотрим на героев, потому что мы героев здесь не смотрели. Здание некоторое можно, кстати, тоже докачать. Так, отлично. Забираем героев. Ну, захочет, сможет еще одного огника добить себе. Так, землеройка раз. Огник два, еще на одного там хватает. Вот такие вот, ребята, он плюхи получил. Ну, я считаю, плюхи для русского сервера просто бомбезные. Тысячу сразу этих мелких кроликов. Плюс, ну, расходники остальные. Плюс самый основной апекс камни. Тоже обалденная тема. Плюс у него есть вторые. Вот такие вот сумочки, с которых можно тоже вытащить, кстати, топовые плюхи. Ну и собрать ту же самую землеройку. Еще плюс 3 эмблемы. Обалдеть. Жесткий ак. Так, понятно. В общем, с этим мы разобрались. Поехали дальше. Так, это что-то он какие-то самоцветы копит. Так, смотрим, что у него под недостающим героем. Асура, Махатма. Космо. Да, есть над чем поработать. Поехали, алтарь. Заценим. Так, что у него тут? Ниндзиков дофигища. Я понял, бро. Всякой фигни накачают. А потом думаю, что с ними делать. Ожива. Для чего это все? Так, ладно, нам надо два места, как минимум. 12-й. Себе 12 скиллы, ребят, смотрите, неплохо. Так, прогадка. Так, нафига столько кенди? Минус 2 кенди сделаем. Вот они, ребят, 2 имбы. Первый пошел, поздравляю. И второй. Сейчас мы им талантики подловим. Подкачаем, как обычно, немножко. Правда, качать-то нечем. Так, окей. В принципе, а ну-ка. Что-то не посмотрел. В акцию. Магазинное безумие. С
Слизня здесь нет. Да, к сожалению, нет. Ну, зато сможет кучу разных плюх получить. Ладно, то такое. Поехали. Поехали ролить, а потом будем качать. И качать, и ролить. Надо нам по 1200. Тесса, капитан Дрейк, друид. Нам нужен космо. Ледяной феникс, обалдеть, ребят. Как быстро ледяха пришел. Ара. Ну вот, не знаю, напишите в комментах, что вы думаете по поводу этого роллинга. Я смотрю, такое себе. Командора. Опять бульдозер. Рибец, заклинательница. Ну, три героя это максимум. Как-то, ну, такое себе, согласитесь. Давайте уже до 20к доролим. Стрелок. Хотелось бы хоть одного недостающего. И последний тыдыш. Ну, что есть, то есть. С вас лайки. Просрали 40к. Просто на ровном месте. Так, окей. Ну, а для чего они? Чисто для этого и сделаны. Чтобы их тратить. Поехали смотреть. Такс. 100 коробок, ребят. 100 коробок. Огонь просто. Выживание. Что с ним делать? Нафига вот эти вот таланты? Я не понимаю. Так, утекание толку от утекания Махатмы-то нету. Поехали посмотрим. Еще что у него тут делается по вторым авам. Я скажу, таланты тоже, в принципе, неплохие такие. Так, Санубис, стрелок, дерево. Душ с утеканием. Или я что-то не знаю. Есть еще одна Фрея. Пусть будет с утеканием. Так. Огненка. Это уже поинтересней. Наверное, у него для архи. Блин, нам бы сюда Махатму, конечно, было бы вообще топчик. А так, как видите, падает что-то. Что-то для его допов. Пятый. А, у него тут нормальные уже допы. С пятерками. Ай, там была нормальная тема, раскол. Все равно мелкая. Блин, кому выживание тыкнуть? Можно было бы Фрейя попробовать. Так, ожива, вот это интересней. Оживу, я думаю, вот сюда.
Так, еще одну тугу нафиг не надо. Воодушевление. Где его тыква? Блин, ну тут эта эмблема нафиг не надо. Я лучше сделаю так. Захочет, докачает. Так, приговор нафиг, бег нафиг. Скажите, боже, что он делает? Куда он девает эти коробки? Железная воля, отлично. Знать бы, что у него ремок еще дофигища. Так, самоуничтожение, фигня. Блин, да не хочется это ставить. Знаете, так, лишь бы поставить место. У него тут, в принципе. Зачем Франки? О, отлично! Ебой! Так, тут у нас напрашивается Афина. Там баст. Здесь прокачанная ремочка. Ворожай. Атлант. Я, ребят, думаю, все-таки Атлант. Почему? Потому что с Атлантом ремочным реально будет намного все проще. Но я думаю, у нас еще не одна ремка должна попасться. Ой, ребята, аж спать захотелось. Так смачно. Такс. Вот такой вариант будет вторым. Ракушка нафиг. Бог войны нафиг. Не, ну может оно кому-то ему приходилось, но... Я думаю, у него тут и так уже хватает. Веселых талантиков. Так, еще одна жива, отлично. Только что с ней делать? Скинул-то у него не особо выбор большой. В общем, не знаю, пусть пока висит. Вот такой вот, ребятушки, трешечок. Не буду я уже дальше их качать. Это он уже сам прокачает. Все остальное тоже сделает. Заберет шопинг спри. В общем, ставьте лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.